Если ты хочешь получать этот конкурс на вот такого золотого хьюдж баллона, тебе нужно первое подписаться на мой канал с колокольчиком, поставить лайк и написать свой дискорд в комментариях. И если под этим видеороликом набирается 1000 лайков, то я разыграю 3 вот таких вот золотых хьюдж баллонка там. Ну а мы теперь переходим к ролику. Эй, ребята, всем привет! Вы на канале Дамбон. И сегодня у нас самая наилучшая новость от Пресна, от разработчика Pet Simulator X. Усаживайся поудобнее, готовь чайоку и приятного просмотра. Хочешь много робоксов на аккаунт? Тогда тебе на RBX Camp. Здесь ты сможешь купить всего лишь за 100 рублей 315 робоксов. Это очень приятный курс. Также у них есть своя дискорд-группа, где регулярно проводятся конкурсы на очень-очень много робоксов. Ну а если у тебя еще есть остались вопросики, тогда тебе на их группу. Все ссылочки на RBX Camp в закрепленном комментарии. Эй, ребята, всем привет! И вы на канале Дамбон. Это второй раз приветствие. И сегодня, ребята, я вам покажу офигенную, даже, ну, вообще замечательную новость от разработчиков Big Games. Ну, от вообще разработчиков Pet Simulator X. Сегодня, ребята, мы зайдем в Twitter, и я покажу, ну, точнее, даже вам просто на скринах покажу, что у нас, какая новость, а вообще, ну, от Big Games, ребята, что у нас в дальнейшем будет от Pet Simulator X. И одну новость я вам такую скажу неприятненькую. Это вот так вот. Смотрите, давайте первая новость, мы давайте поговорим о том, что у нас написал разработчик из Pet Simulator X, сам Джоз, Джон, ну короче, Джон, ну да, ну, короче, Джон, я его так называю, если что, он у вас на экране, этот разработчик, ребята, он, короче, сказал, что обновление каждую, ну короче, каждую неделю обновления у нас не будет, и нам придется это приостановить. Но, ребята, это была, кажется, фейк-информация, но ее очень-очень быстро развели по всему BigGames'у официальному. То есть, ребята, возможно, у нас будет обновление реально каждую неделю, ну как типа, они и так у нас каждую, ну, каждую неделю, а приостановить, я думаю, ничего никогда не будет, потому что уже все привыкли, что каждую неделю обновление и будет больше онлайна, как, ну вот, ребята, вот у нас было прошлое обновление, да, там было максимально 700 чем-то тысяч онлайна, это всего лишь на одной обновлении, а представьте, что если они такую сделают штуку на новогоднем ивенте, ребята, вы понимаете, я уже, ребята, кое-что для вас готовлю. Ребята, так что готовьтесь, ребята, скоро будет что-то невероятное, ребята. Я, короче, уже готовлюсь к новогоднему ивенту. Я уже делаю кое-что в Pet Simulator X. То есть, ребят, ну как типа, и у меня будет, короче, свой режим. Ну как типа, свой режим. У нас, короче, с одним моим другом, ребята, будет режим, мы там будем, короче, делать новогодних хуков. Также делать для вас подарочки, ребята, новогодние. Я уже, в принципе, сделал. Ну, ребята, мы, короче, а теперь поговорим о самой новости, которая у нас были, ну, которая у нас вообще появилась в Pet Simulator X, а именно в Твиттере, ребята. Дальше вам прикреплю на скрине саму новость. Смотрите, вот, ребята, прикрепил. И давайте, короче, вам скажу сразу же и перевод. Смотрите, у кого самые лучшие огромные питомцы, пришло время похвастаться. Что это, ребята, вообще будет? То есть это идет речь о хьюдж питомцах. То есть, например, если у меня вот столько хьюдж питомцев, ребята, вот таких радужных, золотых, то есть я типа крутой, да? Возможно, это какой-то будет конкурс, а возможно даже у нас, знаете, чтобы было какой-то гигантский хьюдж питомец, возможно, или, возможно, знаете, или банк лидерборд будет. Ну как, кто его вообще знает, ребята? Можно, знаете, хотя, кстати, знаете, что будет? Возможно, да, ребята, будет или Infinity Equip, или банк лидерборд, потому что это давно обещали, что нас добавит банк лидерборд, ну, вообще, в Pet Simulator X. Например, смотрите, ребята, давайте сейчас телепортнемся в шоп, смотрите, телепортнулись, и вот, ребята, у нас тут, типа, вот, топ-плеерс вообще в мире, это у нас топ в этом, как его, на сервере, и, возможно, вместо вот этих вот картиночек у нас, ребята, будет топ-плеерс, нет, типа, топ банк лидерборд. Возможно, вот так вот, ребята, будет. Ну, кто его вообще знает, типа, как это вообще будет, они сделают. Ну, мои друзья так говорят, что, возможно, будет банк лидерборд. Но кто его знает? Ну, я думаю, что это, ребята, реально будет так. Но я думаю, толку от этого, ребята, потому что если у человека много хьюдж питомцев, то, ну, блин, кто его знает, короче, кто его знает? Хотя, ребята, да, это, хотя нет, смотрите, ребята,
Вот человек, я думаю, сможет там, сколько вместимости? По-моему, 5000 вместимости в банке, да? У него, например, будет 1000 хуков в банке и 4000, например, крутых питомцев. Точно будет топ-1. Ну, ребята, я думаю, что это бред вот такой добавлять, типа... Ну, если будет какая-то, ну, хотя бы награда, какие-то хьюч питомцы, ребята, зовут за топ-1, там, топ-100, топ-10, ребята. Я думаю, это очень-очень будет прикольно для ребят, потому что, ну, кто хочет, у кого есть много хьюч питомцев, я думаю, это реально. Возможно, ребята, второе, типа, ну, как, типа, способ. Второе решение, это, возможно, у нас вообще будет конкурс, ребята. Да-да-да. Возможно, это будет в PlaySimulator конкурс, например, смотрите, как я, короче, как я думаю. У нас, например, будет вот, типа, скрины в Дискорде, да? Надо прикреплять скрины. Там, например, будет, типа, канал, типа, как, лидер Huge, лидер Players Huges. Вот такого примерно. И вы, например, например, скрините свой этот, как его? Свой инвентарь и кидаете туда. И тебя, например, на 10, на 1, на 100 место, ребята, типа вынашивают. И, например, может 1000 призов будет, может 500, ребята. Кто его знает? Кто его знает? Прессы, может, ну, они, вот, Games, ребята, разработчики под Simulator X, они очень-очень долго и очень, ну, тянут время, ребята. Вот, они любят потянуть, потому что, как было у нас сейчас, вообще с прошлыми обновлениями, когда... Там вот что было, они очень-очень долго тянули и в итоге это не выпустили. Но я думаю, ребята, так некрасиво делать, лучше сразу же сказать, что будет, и все. Потому что интрига это такая штука, ну, вы сами понимаете, да, ребята? Они, например, что-то добавят, там, например, для крутых игроков. А для обычных игроков, которые только что вообще зашли в игру, которые ничего не знают, и типа, им вообще ничего не достанется. Я думаю, что это бредово, лучше сделать, типа, для всех игроков, чем только для богатых, ребята. Потому что, ну, понимаете, я-то могу попасть в топ, потому что у меня много хьюч питомцев. Но многие ребята тоже не могут попасть, потому что у них вообще ноль хьюч питомцев. Ну, вот, ребята, есть, типа, одна тема. Банк лидерборд, его вообще давно обещали. Ну так же мой друг говорит, который, ну, хорошо, ребята, шарит за Simulator X и вообще много чего уже сделал. То есть, ребята, возможно, у нас будет банк лидерборд, или возможно, вообще будет конкурс на хьюч питомцев. И возможно будет награда, ребята, или в гемах, или в робоксах, или вообще в хугах. Возможно, добавят там какие-нибудь хьюч питомцы, вот такие прикольненькие, но кто его знает. Ну, ребята, я вам, в принципе, в этом видеоролике показал очень замечательную новость от Big Games. А если понравился видеоролик, ставь лайк, подписочка и колокольчик. А мы теперь прощаемся, всем пока-пока!